Да, а кто еще будет? Аня? Привет, ты еще спишь? Я на секунду вам, не переживай. Это как боровка, что ты боровка называешь? Бородина. Ну, боровка очень хорошо для глаз. Добро, добро, ест. Потом вот это вроде черника. Боровка, черника, это же разные вещи. И это, и малина. Ну, это то, что у них было. Там еще черешня была, и вот хлеб купил. И узнала от Люды, что мама ее ставит. Начала, ой, я не хочу оставаться, я хочу с мамой поехать. На во Львов нефиг тебе ехать. Нет. На один день едет во Львов, Пшемыша поедет. Она мне сказала, что они с Любочкой едут в Пшемыша. Да. А больше ничего. А потом она заедет во Львов. Мам, ну это родной город, она там родилась. Что с какой-то, она там родилась. Несколько. Ну интересное, ты хорошо теперь стал снимать. Да, ты двигалась и там все это. Сейчас так хорошо, так плавно. По-разному. Вот. Мне еще интереснее, я в этих эпизодах. А стройки? Ну, постройка это так, там люди там пишут, и чтобы прикрыть, как бы делаю. Я все время вставляю эти кусочки с 50-х годов песен там, знаешь, вот это, о Варшаве, когда была дружба. Ну, да, да. Дружба, стройка, водка и так далее, да. Так вот я вставляю, так вот тогда, и, как говорится, это все смешно, информатики. И вот это самое. И не смотри политику, смотри фильмы, смотри природничие, не что тебе голову мешаешь, но это все херня. Мы ничего не
решат вверху, все замешают, и все равно это все изменится, рухнет, переделают. Войну делают на Украине, остановят. И все, я думал, что вот, если вмешается. Да при чем тут мешается? Если хотят, остановят войну на Украине в момент. И будет мир, дружба, водка и прочее, да, там, что еще, селедка. Это все вот такая хрень, которую люди наивные, мы наивные. И понимать, что ну, я не манипулируемы. Но если хочется жить, люди хотят. Вот люди смотрят эти передачи, ток-шоу. Я их вообще, я их посмотрел отрывками, да, все ясно. И вот это ток-шоу не смотришь, надеюсь? Ну, поду, мам, ну... Thank you.